Дорогие друзья, для меня безумное счастье сегодня быть в своем любимом городе, Санкт-Петербурге, потому что здесь самая лучшая публика. Несмотря на лед, вы самые горячие в нашей жизни. Это действительно так. Ну и, конечно же, сегодня мы все здесь собрались по поводу... Все-таки есть Россия чем гордиться. И хоть мы и говорим, что мы есть страна, в которой есть газ, нефть, золото, немного себе. И, конечно же, самое главное, это наш выдающийся спортсмен, выдающийся чемпион Евгений Плющенко, который пригласил сюда потрясающее количество своих друзей, а самое главное, выдающихся спортсменов, которых любят и ценят во всем мире. И для меня большая честь сегодня быть приглашенным, петь для вас и смотреть, как это они делают потрясающе. И сейчас под ваши бурные аплодисменты я приглашаю потрясающего фигуриста. Встречайте, Стефан Ламбьер! Бурный! И наш подарок для жизни.